сертификация продукции собственного производства, недостаток квалифицированных специалистов, в том числе рабочих профессий, арендные отношения, служебные командировки, изменения законодательства, санитарно-гигиеническая служба, вакцинация против гриппа. Эти и другие вопросы были подняты на выездном открытом приеме по проблемным вопросам развития предпринимательства. В ходе приема представители госорганов компетентно и в доступной форме разъяснили участникам заседания назревшие вопросы. Необходимо обратиться в госкомимущество, в адрес госкомимущества, написать письмо о том, что вы являетесь арендатором длительное время, полностью описать данную ситуацию, и вы хотите выкупить государственное имущество. Госкомимущество готовит на рассмотрение вот этого совета. Совет возглавляет Турчин, возглавляет этот совет. Эти все вопросы рассматриваются на этом совете. Формат работы выездной открытой приемной не ограничился исключительно ответами на вопросы представителей бизнес-сообщества. Их присутствовало более 50 человек. В ходе выездной открытой приемной была представлена информация по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности с ее обсуждением. Прием прошел при участии представителей Департамента по предпринимательству, Министерства экономики Республики Беларусь, Государственного комитета по имуществу, Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Выездная открытая приемная новая форма диалога госорганов и бизнес-сообщества, своего рода информативная площадка, способствующая повышению самообразования предпринимателей, выработке путей решения проблемных вопросов. Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ.